Там Дева Мария народила сына, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий сын народився. Ангели співають Господу своєму, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. І ми рожденого Христа прославляймо, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Господові спасу всі поклін віддаймо, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився.
Я вас также приветствую всех, братья и сестры, с Рождеством Христовым. Перед нашей общей молитвой я хотел бы читать несколько мест из Священного Писания и вместе с вами поразмышлять о нем. Первое место, которое я хотел бы читать, оно записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, первые 10 стихов. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 10 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». И еще одно место, которое хотел бы прочитать, это книга пророка Малахи, 1 глава, 6 стих. Малахия 1:6. «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф». В эти рождественские праздники мы понимаем, что Рождество, как это одна из тех многих истин или событий Писания, которая очень похожа на драгоценный камень со многими гранями и лучами. И действительно, когда мы говорим о Рождестве, мы можем очень много говорить и о разных частях, и все это истина. И мы очень так достаточно понятно уже слышали о сыновстве, о том, что мы усыновлены, и многие другие части, которые мы уже слышали. И я тоже размышлял о Рождестве и хотел бы вместе с вами поразмышлять об одном из мест Священного Писания, которое я последнее прочитал, это 6 стих Малахии, который мне стал понятен какое-то время назад, не недавно, уже какое-то время назад, благодаря Рождеству. Благодаря тому, что произошло в рождественские дни, когда родился Иисус. Этот стих, который я прочитал, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Знаете, это место когда-то, в какой-то части моей жизни, уже когда я знал Господа, оно для меня было непонятно, и оно меня очень смущало. Особенно, когда идет речь о почтении и благоговении перед Господом. И частично оно меня смущало, я не помню, сколько мне лет тогда было, может, в районе 20, но я знаю, что я уже был в церкви. Оно меня смущало, потому что на тот момент, если я слышал, когда читалось это место, оно читалось с позиции, как бы, чтобы упрекнуть, может, на тот момент молодых людей, что они либо не так оделись, либо не так пришли, либо жвачку жуют, либо в шапки пришли, либо не так сели в Доме Божьем. И рассматривание благоговения и почтения Бога больше показывалось с позиции страха, что мы, как дети Божии, у нас должен быть страх. И как раз-таки читалось это место.
И иногда я также продолжаю это слышать. Вот оно меня смущало тогда, потому что я не мог понять, как это благоговение, просто идет речь о страхе. Поэтому сегодня я хотел бы как раз-таки об этом поразмышлять и начать как раз-таки с одной истории, которая очень хорошо показывает, что есть страх. И это я хотел бы сделать, чтобы потом мы все-таки могли возвратиться и посмотреть на настоящее или на правильное определение благоговения, о котором говорит здесь Господь. Знаете, была одна событие с израильским народом, которое записано в Исходе, в 19 главе, когда Господь явился на горе Синай. Прочитаю буквально пару стихов, чтобы напомнить нам. Это 19 глава, с 10 по 12 стихи. Были сказаны такие слова Богом. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Вот такое было дано определение. И если мы размышляем о страхе, мы понимаем, что страх – это что-то, что можно дать человеку очень быстро. Вот одним словом, Господь сказал, что вот это будет линия, если прикоснетесь, умрете. И этого хватило. Народ действительно, он был в страхе. Он был в страхе, потому что он воочию мог видеть как бы действия Бога на этой горе. Знаете, страх при всем том, что Писание призывает нас бояться Господа, и при всем том, что в страхе есть много позитивных частей, но в страхе есть одна очень негативная часть, которая записана тут же в продолжении этой истории, уже в 20 главе, с 18 по 19 стихи. Это как воспринял израильский народ вот в той истории, как отреагировал израильский народ. С 18-19 стихи тут написано, «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев это, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Страх порою отодвигает человека от Бога. Потому что человек понимает, что он человек грешный. Бог не может ничего иметь с греховностью. И поэтому человеку легче сказать, что нет, знаешь, Господи, лучше ты говори через посредника, лучше ты говори через пастора, ты говори через папа, ты говори через священника, но не имей общения со мной. Израильский народ говорит, что мы лучше отойдем, мы не будем с тобой разговаривать. Моисей, ты с нами, говорит, ты будь этим посредником. Вот это определение страха. И, конечно же, если мы рассматриваем страх и смотрим на нашу повседневную жизнь, наверное, многие из нас это родители, многие папы и мамы, мы все понимаем, что легче родителям сделать? Просто наказать ребенка или стараться донести ребенку, за что мы наказываем, или, может быть, наказание – это уже одна из последних частей. У меня есть сын, ему 3 года, и он умеет говорить слово «три». Я не знаю, понимает ли он, что это означает «три». Но иногда, когда он очень непослушный, я ему говорю, «Макс, я тебя буду наказывать 3 раза». И он как будто бы это понимает. Может, не понимает. Но, к сожалению, на данный момент, при всем при том, что я стараюсь очень часто ему объяснить несколько раз, почему определенные вещи я не хочу, чтобы он делал, он сейчас очень непослушный. И он не слышит меня. Он слушает, но не слышит. И, конечно же, как отцу, как
тому, кто ответственен за него, конечно, легче мне просто его наказать. Но за лучшее, это все-таки, или моя надежда, что все-таки в объяснении когда-то этот ребенок, эта дочь или этот сын, он меня поймет. И если я ему говорю, что не трогай горячее, или я тебя просто накажу 3 раза, просто рассчитывать, что он не будет трогать горячее, потому что я его накажу 3 раза из-за этого ремня или что угодно. Ну, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы он действительно понял, что если он коснется, он обожжется, будет болеть рука, будет болеть тело, он не сможет играться, он сделает хуже себе на целую неделю или на 2, пока у него не пройдет этот ожог. Мы рассчитываем на это, что ребенок к этому придет, хотя легче просто наказать. Знаете, более 20 лет назад я помню одну сцену, которую я видел, и она мне до сих пор запомнилась. Я видел ребенка, которому было 7 или 8 лет, который что-то сделал нехорошее, и он стоял в страхе перед отцом. Отец его наказал. Но я до сих пор помню этого ребенка, потому что он трясся от страха перед отцом. Вот так он боялся отца. Вот так, такой страх у него был. И он просто стоял, и физически он трясся. Еще тогда, я был молодой тогда, но я тогда еще запомнил, что это бы я очень не хотел, чтобы это когда-то было в моей семье, чтобы кто-то меня вот так боялся. Так вот, много я говорю о страхе. Так вот, определение благоговения, вот то, о чем пишет Господь здесь, то, о чем Он серчает именно в этой истории в Малахии, это намного больше, чем простой вот этот страх. Определение благоговения, что это соединение и страх, и уважение. Что благоговение – это смирение и покорность. Что благоговение – это высшая степень почтительности. Вот что значит благоговение. И на самом деле, если уже брать этот стих и смотреть в контекст то, о чем тут говорится, мы можем увидеть, что на самом деле Господь-то тут упрекал священников как раз-таки не по видимой части, а как раз-таки то, что было у священников. Вы прочитайте потом, я не буду сейчас читать это все. Потому что, то есть, священники, они делали все, как и делали. Визуально все, ритуалы все были сделаны, все правильно. Они не влаживали в этот смысл. Они согрешали там. То есть, это вовсе не была видимая часть. Вот это вот определение благоговения. Как оно связано с Рождеством? Почему мне Рождество помогает понимать благоговение, мое предстояние перед Господом, как я благоговею перед Господом? Мы все знаем, что Рождество – это воплощение Бога во плоти. Воплощение Бога. Бог явился во плоти. А в эти же праздники была спета одна песня, которая имела, я думаю, вы помните эту песню, имела эти слова. «Я знать хочу, а что за царь ризу царскую свою променял на нищенский хитон? Оставил трон и смерть добровольную принял. Я знать хочу, а что за царь, то царь Господь». Евангелие от Иоанна. Очень много мест. Я обращу внимание на парочку. Первая, которая записана в первой главе. Написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И потом 14 стих: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И 18 стих: «Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В 10 главе от Иоанна 30 стихом написано: «Я и Отец одно». И, конечно же, это место, которое мы прочитали в 14 главе. Слова Иисуса Христа, говорящие об обители. Так как Он говорил, было понятно, что это Его. И Он тут и говорит, что Он говорит, объясняет Фоме еще раз, Филиппу, что «Филипп, видящий Меня, видел Бога. Я, пришедший на землю, Я вам показываю Бога».
И опять же таки, возвращаясь к нашей простой повседневной жизни, мы превосходно понимаем, что каждый отец или каждый родитель, мама или папа, мы, конечно же, всегда ждем или хотим, или желаем уважения нашего ребенка, нашего сына или нашей дочери. И мы, конечно же, понимаем, что для этого необходимы старания родителей. Для этого необходимо старание отца, если я это беру для себя. И старание, оно в первую очередь, или хотя бы, оно должно проявляться в том, что отец хочет, желает общения со своим сыном или со своей дочерью. И, конечно же, есть еще другая часть, это уже желание нашего сына или дочери общения с нами. И вот как раз-таки через это отношение происходит почитание. То, к чему мы как родители стремимся, то, к чему мы призываем наших детей, что у вас должно быть почитание. Но необходимо, чтобы были вот эти вот взаимосвязи. Знаете, Писание нам показывает все то же самое. Структура остается та же самая. Иисус Христос, придя на эту землю, вот младенец, то, о чем мы так много говорим, Он как раз-таки открывает нам Отца. Отца, который, когда-то я проповедовал об этом, сочетание слов, которые до сих пор, ну, мне даже тяжело и говорить. Тот, который доказывает свою любовь к нам через своего Сына. Это тот Бог, который желает общения с нами. И это настолько открыто через учение Иисуса Христа, через Евангелие, через Его действия, что Господь желает общения с нами. И, конечно же, Он желает видеть, чтобы у нас было общение с Ним. И именно только через это общение вот тогда у нас и начинает проявляться вот это благоговение перед Ним. То есть, как я уже сказал, страх – это нечто, что может прийти к человеку очень быстро, вот так вот. Особенно, если мы стоим перед каким-то жестоким царем или начальником, который может сделать с нами все, что угодно. Мы будем его страшиться, но мы никогда его не будем уважать. Мы просто будем его страшиться или как бы иметь к нему уважение только ради страха, само по себе. Это не то, что желает Господь. Именно размышляя о слове, размышляя о обучении, понимая нашего Господа через Евангелие, что через что прошел Иисус, мы действительно начинаем уважать нашего Господа, мы начинаем поклоняться Ему, мы поем действительно это пение, которое мы спели в начале собрания. Почему мы это делаем? Мы понимаем, что сотворил для нас Господь, что Он сделал. И вот тут со временем, чем больше мы понимаем нашего Господа, тем больше и больше к нам приходит благоговение. Вот это вот то определение или то понимание, которое когда-то я открывал для себя через, как раз таки через Рождество, через вот эти вот простые действия, которые совершались 2000 лет назад. Но для меня они доступны, для меня они понятны. И именно этого желает Господь. И именно вот так приходит благоговение наше перед Господом. Не вмиг, а через это общение, к чему призывает нас Господь. Поэтому, братья и сестры, сейчас в это утро возблагодарим Бога за приход Сына на землю, за этого младенца, рожденного в ясле. Аминь. Помолимся.
Господь наш и Бог наш, слава Тебе, честь и поклонение во веки веков, из уст наших. Господь, мы глубоко верим в могущество Твое, мы читаем о том, как Ты проявлялся на горе Синай, через гром, через молнии, и это наводило страх на народ Твой. Господи, мы глубоко верим в совершенство могущества Твоего. Господи, нет у Тебя ничего невозможного, Ты все сотворил в миг, по желанию, Господи, словом. Боже мой, Ты полностью в контроле нашей жизни, Ты можешь ее забрать в миг, потому что никто не может Тебе прикословить. Ты Бог всемогущий. Слава Тебе. Господь, однако для нас Ты в последнее время, Господи, решил открыть себя через Сына Твоего. Боже мой, Ты так возлюбил мир, что отдал. Иисус, и мы так благодарны Тебе, что когда-то Ты родился в яслях. Ты пришел на эту землю, чтобы исполнить наше спасение, волю пославшего Тебя, волю Отца. Иисус, Ты открыл нам любовь Бога, Бога всемогущего, и верую, Господи, мы можем называть Твоего Отца нашим Отцом. Мы можем иметь спасение, мы можем приходить, Господи, к Тебе, как к Отцу нашему. И мы можем понимать Тебя, мы можем видеть Тебя на страницах Священного Писания, мы можем видеть обилие любви Твоей и долготерпения, и терпения, и благости, сколько Ты посылаешь нам, Господи. Через это все мы больше и больше восхищаемся Тобой, и мы действительно входим в это состояние благоговения. Господи, мы поклоняемся Тебе, и поклоняемся Тебе, и в это утро, Господи, ибо Ты достоин. Поэтому мы поем Тебе песни, мы славим от действительно из глубины наших сердец. То, что мы можем, как мы можем сказать, Господи, нашими словами. Мы понимаем, что это мелочь, Господи, ну как есть. Слава Тебе. Слава Тебе и поклонение. Господи, еще в этом служении, еще говори к нам. Боже мой, еще показывай себя, проявляй себя, Боже мой, и прими славу нашу. Славу нашу Тебе через пение наше, через, Господи, через наше общение, как братья и сестры вместе. Да будет это как действительно жертва уст наших. Тебе слава еще раз, Тебе поклонение Богу нашему во имя Иисуса Христа. Приветствую вас, братья и сестры, и разрешите мне тоже поздравить всех с Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом. А также, как всегда, в конце месяца я бы хотел поздравить всех наших братьев и сестер, у которых в декабре был день рождения. Это Афонина Татьяна Викторовна, Близнюк Сергей Вячеславович, Василенко Яков Родионович, Врублевский Иосиф Евстафьевич, Гришкевич Софья Михайловна, Гуляк Станислав, Гусенкова Елена Ивановна, Гусенкова Даша, Кадряну Александр Иванович, Котелянец Александр Леонидович, Кузьменко Петр Викторович, Кургузова Ольга Юрьевна, Кучер Степан Романович, Мурзюк Дмитрий, Тарасова Тамара Естафьевна и Тюнина Валентина Ивановна. А также у нас было два юбиляра. Это Панькин Илья Михайлович и Разумовская Александра Николаевна. Если можно, выйдите вперед. Мы всех поздравляем, желаем обильных благословений от Господа, крепкого здоровья и всего-всего-всего самого хорошего. И я прочитаю на память из Псалма 22, 1-3 стих. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Аминь».
Мы все вместе присоединяемся к этим поздравлениям. Пусть Господь благословит всех вас, пошлет вам мир, пошлет вам благословение, пошлет вам успех в жизни и хранит на всем вашем жизненном пути. У кого-то жизненный путь уже долгий, и кто-то может засвидетельствовать о том, как действительно в течение всей жизни Господь вел и являл милость. Кто-то только еще начинает свой жизненный путь и еще много увидит впереди Божьей милости, но пусть Господь всегда пребудет с вами. У нас некоторые объявления. В первую очередь я хочу сказать, что у нас будет новогоднее служение 1 января, это пятница, 1 января в 5 часов вечера. И просьба большая хористам и всем тем, кто может помочь второму хору пением, пожалуйста, придите в 4 часа вечера на репетицию. В 4 часа вечера приходят хористы и музыканты, и в 5 часов вечера будет новогоднее богослужение. Мы заканчиваем месяц декабрь, это был месяц молитвы о духовном состоянии личном, о духовном состоянии церкви. Пожалуйста, продолжайте вспоминать это в ваших молитвах. После праздников возобновится ремонт церковных помещений. Пожалуйста, помогите Роме Кургузову, всегда нужна помощь. Звоните, он вам скажет, какой день прийти и что можно, каким образом можно помочь. И мы еще продолжаем сбор средств на покупку обогревательных систем в общежитии для бездомных в городе Макеевка. Мы напоминаем, там у нас висит сокровищница. Кстати, подойдите, посмотрите. Нам Макеевская церковь прислала поздравление. И оно такое сделано в форме коллажа. Там есть фотографии о тех служениях, которые они несут. И на самом деле эти служения, ну почти все служения, которые они несут, мы какую-то капельку с вами имеем участие в этих служениях. Пойдите, подойдите, посмотрите, вот там вот вы видите вот на круг возле сокровищницы, ну и заодно, когда будете смотреть, и может быть что-нибудь на эти печки положить. Наше обязательство 2500 собрать до конца года, то есть сегодня, да, поэтому постарайтесь, может быть мы дадим еще возможность 1 числа тем, кто ну, по какой-то причине, ну забыли вы деньги донести эти средства, нам еще нужно собрать денег. Итак, мы будем участвовать в материальном служении, я попрошу музыкантов выйти, приготовиться, и братья, которые совершают сбор, будем петь номер 1155. Перед этим мы совершим молитву, и я еще раз хочу напомнить, я уже говорил о том, что наше северо-западное объединение выпустило такую брошюрку молитвенную, и они, вы их найдете где-то, они здесь у меня лежали, наверное, разобрали, да, там еще есть на выходе, лежат на столике вот такие брошюрки молитвенные, есть в пресвитерской комнате еще, если не хватит, можете взять. Это молитвенная программа молитвенной недели 2016 года. Объединение обратилось ко всем церквям Северо-Западного Союза, Альянса, то, чтобы объединиться в молитве в первую неделю наступающего года, чтобы все молились об одних и тех же нуждах и темах, которые предложены как раз в этой брошюрке. Это будет нам и напоминание молиться, как бы провести первую неделю в молитвенном предстоянии Господа, также и чтобы мы имели созвучный голос с теми нашими братьями и сестрами, которые имеют такое же вероисповедание, понимание, и мы можем вместе со всеми объединить наши молитвы перед Господом. И особенно здесь есть, знаете, разные категории, за что мы благодарим, за что мы славим Господа, о чем мы молимся. Есть категория, которая называется «особые нужды». Пожалуйста, возьмите, вложите в Библию, каждый день становитесь на молитву, несколько раз в день становитесь на молитву, молитесь и вспоминайте об этих нуждах. Я попрошу всех встать, мы сейчас помолимся перед тем, как совершим материальный сбор. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы можем быть здесь. Господь, мы пришли в разном состоянии пред Тобой. Возможно, кто-то не имеет того благоговения перед Тобой, даже находясь в Доме Божьем. Даже находясь в том месте, где Ты пребываешь по-особому, где Ты по-особому имеешь общение с детьми Твоими. Иногда, Господи, суета этого мира –
возможно, какие-то жизненные обстоятельства, иногда небрежность, она не дает нам возможности, способности находиться в состоянии благоговения перед Тобой. Возможно, мы Тебя недостаточно уважаем. Мы Тебя не уважаем, потому что мы не можем Тебя увидеть, мы не можем Тебя полностью понять и воспринять, как Ты есть, Господь. Но Ты сделал все для того, чтобы человек мог понять Тебя, мог понять Твой характер, мог понять Твою любовь. И Иисус Христос – это одно из самых ярких проявлений Тебя, Господи. Тебя, когда Ты сказал, что Ты дашь самое драгоценное, самое дорогое, самое ценное, что у Тебя есть, Ты готов отдать ради человека, потому что Ты любишь человека. Таков есть наш Господь. Перед таким Господом мы благоговеем. Такого Господа мы любим, такого Господа мы почитаем и уважаем. Господи, помоги обратить внимание на свою жизнь, на свои поступки, на то, как мы распоряжаемся временем, на то, как мы распоряжаемся талантами, средствами, которые Ты посылаешь. Все, что Ты нам даешь, здоровье, силы, время, Господи, все, что Ты по милости Своей продолжаешь давать нам, Господи, дай нам понять, что мы распоряжаемся, правильно или неверно мы распоряжаемся пред лицом Твоим. Действительно ли служит это Тебе? Действительно ли мы высказываем свое уважение, свое почитание Господа нашего, как Ты этого достоин? Господи, мы просим и моляем, благослови нас в этом размышлять, и правильно распоряжаться всем тем, что Ты даешь. Господи, просим сейчас за это материальное служение, которое будет пред лицом Твоим. Благослови каждого дающего, благослови семьи, благослови здоровьем, работой, охраной, Господи, жизни, охраной от всего, Господи, что окружает нас в этом мире. Благослови детей наших, сохрани их, Господи, от влияния сатаны лукавого, Господи, от этого развращенного мира растления. Благослови и сохрани их, Господь. Мы просим Тебя за тех, кто болеет, тех, кто нуждается, Господи, в поддержке Твоей. Мы имеем эти нужды пред лицом Твоим, Господь, и мы приносим на руках молитвы всех тех, кто высказал просьбу помолиться о них. Господи, эти нужды здесь. Это люди, которые болеют физически, которые болеют духовно, у кого больные семьи, у кого, Господи, какие-то зависимости, кто потерялся на пути следования за Тобой, Господь, мы на руках молитвы возносим их к Тебе и просим, благослови, Господи, сохрани и помилуй, обрати их к Себе, Господи, пошли удали болезни и боли, страдания те, кто мучается. Господи, мы просим и умоляем Тебя об этом. Благослови, Господь, также и предстоящее служение, и эту молитвенную инициативу, которая будет в начале этого года. Дай, Господи, чтобы мы этот год действительно начали с молитвы, уважения, почитания Тебя, Господь, обращения к Тебе, Господу нашему, как Ты этого достоин. Мы обращаемся к Тебе, как нашему Господу. Мы любим Тебя, мы почитаем Тебя и приносим Тебе все самое драгоценное, нашему Господу, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, общим пением поем 1155 «Кружится, как пушинка земля». Кружится, как пушинка, в космосе земля. Средь бесконечной вселенной так она мала. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца. Время забыть раздоры, вспомнить о любви, чтоб на земные просторы радость, мир сошли. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, пусть свет струится из глаз. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, пусть свет струится из глаз.
любит Отец Небесный всех людей земли. Так поспеши по чудесный свет Его любви. Люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Кружится, как пушинка, в космосе Земля. Средь бесконечной вселенной так она мала. Люди, дайте руки друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Славу ангелы, Сыну Бога, Господу Христу. Ангелы поют славу ангелы, воздают хвалу рожденному Царю. Аллилуйя! Спасение. Аллилуйя, Бог младенца дал. Аллилуйя, слышишь весть благую. Бог пришел на землю, небеса ликуют. Обратись к Иисусу, час настал. Бог пришел на землю, небеса ликуют. Обратись к Иисусу, час настал. Люди поют славу, люди, те, кто в сердце для Христа открыл. Люди поют славу, люди, Иисус с Отцом нас примирил. Аллилуйя, ты для нас спасенье. Аллилуйя, Бог младенца дал. Аллилуйя, слышишь весть благую. Бог пришел на землю, небеса ликуют. Обратись к Иисусу, час настал. Бог
пришел на землю, небеса ликуют. Обратись к Иисусу, час настал. Примири небеса с землею, искупил от смерти и греха. Иисус, ты мой Спаситель, ты мой Бог, и ты моя судьба. Аллилуйя, ты для нас спасение. Аллилуйя, Бог младенца дал. Аллилуйя, слышишь весть благую. Бог пришел на землю, небеса ликуют. Обратись к Иисусу, час настал. Бог пришел на землю, небеса ликуют. Обратись к Иисусу, час настал.
заглянула звездочка в окно, засверкала светом изумрудным. Нынче дивный праздник, Рождество, когда в мир родился мальчик чудный. Это ты был нежным малышом, снизошел ко мне с высот прекрасных, милосердным посланный отцом, ты пришел, Спаситель, не напрасно. Ты пришел, чтоб в сердце у меня искорки любви зажечь собою. Ты пришел, небесное дитя, чтобы небо примирить с землею. Эти руки, что целует мать, на Голгофе будут пригвождены. Ты пришел, чтоб грешников прощать через кровь твою, тобой прощенных. Ты положен был в простом хлеву, царь царей без царского обличья. Бог, пришедший к людям наяву, стал ребенком милым, симпатичным. Чудный дар приемлю я душой, преклоняюсь пред тобой в смирении. Праздник светлый, радостный, большой, моего Спасителя рождение. Аминь.
Я приветствую вас, братья и сестры, еще раз и хочу поздравить вас с этим светлым праздником Рождества Христова. Я не знаю, многие ли из присутствующих бывали в Калифорнии, а в частности в Лос-Анджелесе, во всемирно известном мегаполисе, в котором находятся огромные киностудии, известные как Голливуд, или есть район Беверли-Хиллз, по которому можно погулять и посмотреть, как живут богатые, одни из самых богатых людей на этой планете, или походить босиком по пляжу, который называется Лагуна Бич, один из самых красивых пляжей здесь у нас в Америке. Дети мечтают побывать в Диснейленд, который тоже находится в Лос-Анджелесе. Это очень интересное, замечательное место. И скажу, что мне в этом году посчастливилось побывать в этом городе. И я смог посетить столько мест, сколько можно успеть всего за один день. То есть фактически я практически ничего и не успел заметить, потому что он огромный город. Но знаете, к сожалению, к моему большому сожалению, и возможно, что в будущем я все-таки попаду в одно место, о котором я вам немножечко хочу рассказать. На севере Лос-Анджелеса находится один парк. Его называют Диснейленд смерти. Он называется Forest Lawn Memorial Park.
Кто-нибудь был там когда-то? Поднимите руку, если кто-то был. Нет, никто не был. Да? Наверное, вам тоже будет интересно послушать, что это за парк и почему я обращаю на него внимание. И почему он называется Диснейленд смерти. Там похоронено более 350 тысяч людей. Этому кладбищу, если я не ошибаюсь, уже больше 200 лет. И там похоронены такие люди, как Уолт Дисней, Элизабет Тейлор. И совсем недавно, вот пару лет назад, там был похоронен Майкл Джексон. Это очень красивый парк, как я его по описанию смотрел. Но не это меня привлекает в нем. В этом парке есть очень необычный храм. Храм, церковь, музей. Это большое здание, которое было построено всего для одной картины. На основной стене этой церкви-музея находится картина, которая была написана в 1896 году. Написал ее Ян Стыка, польский художник, который когда-то родился во Львове. Картину он писал 120 дней, тратя на нее ежедневно от 10 до 12 часов. Картина, которая называется «Распятие». Она в длину 195 фит и в высоту 45 фит. Это, я прошу прощения, наверное, раза в три больше, чем наше здание, и раза в два длиннее, чем вот эта самая длинная стена. Вот такая картина находится в этом парке. Люди, которые хотят посмотреть на эту картину, вот я нашел даже картинку в интернете, они садятся в удобные кресла в зале. В этом зале нет ни единого окна, выключают полностью свет, и прожектор начинает высвечивать маленькие кусочки этой картины. И этот прожектор начинает высвечивать один кусочек, и экскурсовод начинает рассказывать, что в этот момент происходило. Что происходило тогда в Израиле, когда распинали Иисуса Христа. Ян Стыка, он пытался выложить всю душу, когда он писал эту картину. Он даже для этого поехал в Израиль, жил несколько месяцев там, пытался как-то приобщиться к их быту, к их культуре, чтобы понять, как люди мыслят, чтобы написать эту картину. И изначально он поставил перед собой задачу, послушайте, одну единственную задачу, чтобы каждый человек, который приходит посмотреть на эту картину, мог в ком-то из этих героев увидеть себя. Вот так эта картина выглядит. Представьте себе, что Ян Стыка, он даже нарисовал сам себя на этой картине, но не в образе любимого ученика Иисуса Христа, а он нарисовал себя в той толпе, которая кричала «Распни! Распни! Распни!» Так видел себя Ян Стыка, когда рисовал эту картину. Он видел, что на самом деле являлся участником тех событий, того распятия, которое было почти 2000 лет назад. Вообще, на самом деле, это очень драматическое место. И если человек приходит туда с открытым сердцем и хочет понять то, что этот художник хотел ему передать, он наверняка найдет себя среди тех людей, которые находятся на этой картине. Сегодня мы с вами отмечаем праздник Рождества. И я хочу здесь быть просто в качестве экскурсовода. Я хочу, может быть, простите, достаточно непрофессионального или, может быть, неумелого, но я хочу с вами посмотреть на картину Рождества, которую описал евангелист Матфей. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту картину более детально, подробно. И я хочу, чтобы каждый из нас попытался найти себя в этой картине. Для этого мы будем читать из Евангелия от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды.
И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую они видели, они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Это далеко не вся картина Рождества. Я думаю, что вы во время этих всех праздников уже успели и перечитать эти истории, и слышать с этого места много говорилось. Особенно ярко Лука описывает эти события, когда хоры ангелов, пастухи, когда все вот эти вот события происходят. Матфей, он показывает только одну часть. Он показывает... Я хочу, чтобы вы вгляделись в те персонажи, которые описывает именно евангелист Матфей. На самом деле, участников этого события, в этой картине, их не так уж и много. Первые на сцене появляются мудрецы, волхвы. Мы можем называть их по-разному. Откуда они? Мы тоже можем только догадываться. Написано, что с востока. И другая часть – это Ирод. Особый персонаж, который попал в эту картину. А также первосвященники и народ, о которых мы знаем, что когда Ирод встревожился, то и весь народ с ним. На самом деле, как бы персонажей достаточно узкий круг. Но мы с вами остановимся подробненько и попробуем высветить вот те части, которые евангелист Матфей хотел нам передать. Итак, первая группа – это поклонники Иисуса Христа, или я их назвал друзья Иисуса Христа. Это те, которые Его искали. И про них я хотел бы немножечко больше с вами поговорить. И другая группа людей во главе с Иродом – это враги Иисуса Христа. И вот этот вопрос, который вы видите на экране, друзья и враги Иисуса, кто мы? Я понимаю, что если мы пришли сюда в церковь, то ответ как бы должен быть однозначным. Мы знаем, к какой категории мы относимся. Но я вас попрошу, не спешите. Я хочу, чтобы мы рассмотрели каждую категорию этих людей, сантиметр за сантиметром, инч за инчем, чтобы мы могли увидеть себя. Тех, кто поклонялись Иисусу Христу, с тех, кто, позвольте, были друзьями Иисуса Христа. Волхвы, мудрецы. Что мы про них знаем? На самом деле знаем немного. Я бы сказал, даже очень мало о них знаем. Они пришли с востока. Откуда они знали про рождение Иисуса Христа? И почему они пришли искать царя царей? Почему они пришли искать Мессию? Я думаю, что нам нужно обратиться на несколько сотен лет назад и вспомнить о таком пророке, которого звали Даниил. Он, этот пророк, этот молодой парень на то время, попал в плен, и его отвели в Вавилон вместе с другими евреями, с израильским народом. Но его мудрость и его сильный дух, они настолько удивили монархов той местности, где он проживал, что они заинтересовались и даже сделали его главным над всеми мудрецами и волхвами. Они, так сказать, в какой-то степени были даже его подчиненными, все остальные мудрецы той страны. И вот именно он, Даниил, получил откровение от Бога, получил пророчество со временем прихода Мессии. Он точно предсказал, когда придет Иисус Христос. И я допускаю мысль, что эти пророчества, эти откровения находились вот только в той местности. И даже, возможно, евреи не знали точного времени. Мы знаем из Писания, что евреи точно знали место, в котором он должен был родиться, но они не знали времени, а эти волхвы, они знали время. Кроме того, что они изучали эти свитки, эти откровения, они еще изучали Вселенную, они изучали природу. Я не знаю, откуда у них была такая информация, но... Я нашел информацию, что за 2 года до того, как родился Иисус Христос, на небе происходили очень необычные вещи.
две планеты, Юпитер и Сатурн, они выстроились в одну линию, и они создали особый феномен на небе, и это наблюдали жители того времени. Потом еще через год к ним присоединилась еще одна планета, Марс. И вот ученые говорят, что первое событие происходит раз в 900 лет, когда две планеты выстраиваются в одну линию, а когда три планеты раз в 805 лет. И это люди наблюдали, это было за два года и за один год до рождения Иисуса Христа. И вот эти мудрецы, которые изучали откровения, изучали природу, они понимали, что происходит что-то необычное, что-то должно вот-вот произойти. И эти события толкали мудрецов обратить внимание на эти события. Эти люди изучали Вселенную, они думали о чем-то необычном, и особенно, когда они увидели звезду, которая начала двигаться. Большинство ученых, опять-таки, склоняются к варианту, что это была какая-то комета. И есть немало подтверждений и в восточной летописи, и у китайских мудрецов и ученых, что именно в то время, когда был рожден Иисус Христос, наблюдалось на небе, как летела какая-то комета. Так или иначе, я хочу, чтобы вы обратили внимание на первое, что выделяет этих людей, которых я называю друзьями Иисуса Христа. Они искали Мессию. Они искали Царя. Они искали Христа. Вы слышите? Они искали. Это особенная характеристика. Искать. Читая Библию, мы не раз находим слова, где Иисус своим ученикам и всему народу говорит: «Ищите». Ищите, стучите, просите. Один из самых известных текстов, который мы с вами наизусть знаем: ищите прежде Царствия Божьего. Позже апостол Павел, проповедуя в Афинах, обращаясь к людям, сказал, что Бог ограничил людей местом жительства, географически. Он поселил нас в определенное время, дал для вас, для меня. Мы родились в Украине, в России, в Эстонии, в других государствах советского времени. Потом, по его милости, мы приехали сюда, в Америку. Для чего? И апостол Павел продолжает мысль: чтобы искали Бога. Вы понимаете? Несмотря на то, что Бог настолько великий, оставил достаточно доказательств того, что Он существует, оказывается, что Его все-таки нужно искать. Оказывается, что Бог не навязывает себя никому в момент нашего появления на свет. Он не появляется в образе какого-то ангела, или, как помню, еще в детстве рисовали дедушка с бородкой, и он не говорит: «Я есть, я есть». И каждый раз, когда мы хотим что-то сделать плохое, первый раз выпить 100 грамм, первый раз покурить сигарету, что-то потянуть чужое, Он появляется и говорит: не делай этого, я здесь, я есть. Нет, Он так не делает. Почему-то Бог не навязывается никому, хотя мы Его творение, хотя каждый из нас имеет дыхание по милости Его. Могли быть десятки причин, почему вы и я не могли родиться на этой планете. И вот что характеризует друзей Иисуса: они ищут Бога. Это очень активная позиция, это не пассивная роль, нет. Я уверен, что у каждого из нас на каком-то этапе нашей жизни мы пришли к осознанию, что Бог таки есть. Знаете, счастливый тот, кто родился в семье, где родители, дедушки, бабушки верующие. Им с детства рассказывают о Боге. Они буквально с молоком матери впитывают эти знания. Но есть и те, которые начинают искать Бога уже в сознательном возрасте. Когда человек начинает понимать, что есть кто-то, кого нужно искать, без которого нет смысла в этой жизни. И тем не менее, несмотря на то, что я родился в семье верующих родителей, в христианской семье, я пришел к осознанию того, что я знаю о Боге от моих родителей, но я не знаю Бога. Где-то на интуитивном уровне, где-то по голосу совести я начал искать Бога. Я начал читать Слово, я начал изучать природу, начал изучать... Даже в той же самой математике я прослеживал, что есть какая-то логика, и это Господь все сотворил, что Бог таки есть. Вопрос: насколько сегодня люди ищут Бога? Они искали, волхвы искали Бога. Второе, на что я хочу обратить внимание, что определяет друзей Иисуса Христа. Когда они пришли в Иерусалим, пытаясь
найти вот те недостающие картинки из их пророчества, ища, где же родился этот царь, ну где он мог родиться? Ну, наверное, в столице. Но они так и пошли в столицу, в Иерусалим. Ну а где же еще ему родиться? И узнали от первосвященников и книжников, что он родился в Вифлееме. И они вышли из Иерусалима и снова увидели звезду. Евангелист Матфей отмечает, что когда они увидели звезду, которая их повела, и потом остановилась над местом, где родился Иисус, послушайте, что он пишет. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, у тех, кого я называю друзьями Иисуса Христа, они радуются радостью великой. Они сильно радуются от мысли, что они вот-вот встретятся с Господом. Приближаясь к Нему, волхвы сильно обрадовались. А ну-ка вспомните, когда вы в последний раз очень сильно радовались? Ну, мужчины, когда смотрят, когда их футбольная команда забивает, что? Гол! Да это даже и не так звучит. Просто вскакивают с диванов, начинают бегать, смс-ки, звонки. Ты видел, наш гол забили? Гол, вау, ничего себе, наши забили. Смотрю на некоторых из вас, вы не все любите футбол. Для кого-то это не радостно совсем. Ну не знаю, что еще. Может быть, рождение внучки, внука. Здесь есть старшие люди. Вау, родилась внучка, теперь я стал дедушкой. Какая радость великая. Или женщины, вы, может быть, когда вам парень предложил выйти замуж, радость какая, жизнь начинает налаживаться. Теперь я буду женой, хозяйкой, мамой. Великая радость. Но правда в том, что тех людей, которых я называю друзьями Иисуса Христа, они очень сильно радовались. Не из-за гола, не из-за сообщения, что родилась внучка, и даже не из-за того, что начинает налаживаться жизнь. Они очень сильно радовались, когда они подходили к Господу Иисусу Христу. И они знали, что сейчас произойдет встреча. Мы сильно радуемся с вами, когда идем в церковь? Да. Кто-то из детей говорит: «О нет, мама, только не сегодня, пожалуйста, только не в церковь». Наверное, вы слышали историю про одного мужчину, который утром встал и говорит своей жене: «Я сегодня в церковь не пойду». Она говорит: «Ну, а почему ты не пойдешь?» Он говорит: «Ну, во-первых, там есть люди, которым мне не нравятся. А во-вторых, там есть люди, которым я не нравлюсь, поэтому я в церковь не пойду». А жена ему говорит: «А у меня тоже есть две причины, почему ты должен пойти в церковь. Во-первых, сегодня воскресенье, а во-вторых, ты пастор этой церкви». Правда в том, что вот эти люди, которые играют на сцене, которые рассказывают стихи, которые поют в хоре, которые выходят на кафедру, им не всегда радостно от того, что когда мы приходим в церковь, это наша реальность. А представляете себе, в пятницу дорабатываешь на работе, уже смотришь, уже вот без двух минут пять, уже пора уходить, ты такой: «Yes, yes!» Что случилось? Я в церковь в пятницу иду. А они радовались. Они радовались, когда они знали, что они будут приближаться к Господу. Они сильно возрадовались, когда подходили к этому месту, где был Иисус Христос. Третье, на что я хотел бы обратить внимание, кроме того, что они искали Бога, изучали Слово, изучая природу, познавая Его именно таким образом, они приближались к Нему и радовались от той встречи, которая должна была произойти. И третье, на что я хочу обратить внимание, это то, что они поклонились Ему. Евангелист Матфей использует очень сильное слово: «И пав поклонились». Они упали ниц перед этим ребенком. А теперь представьте себе эту картину. Вот эти волхвы, люди, которые прошли тысячи километров, тысячу миль, шли уставшие в этих нарядах, в этих смешных головных уборах, и неизвестно, можно было там как-то поворачиваться или нет, удобно, неудобно, но мы в себе представляем их в таком образе.
Они шли, и никаких сомнений, вот этот младенец, этот царь. И вот они подходят к нему и падают на землю. Просто падают перед ним. Может, на колени, может, просто забыв о том, кто они. Забыв про свои 2 или 3 высших образования. Забыв про свой статус. Забыв, в конце концов, что есть какое-то положение все-таки у них. Они мудрецы. Они упали на пол перед этим ребенком. Они поклонились Иисусу Христу. Вы слышите, что характеризует настоящих друзей Иисуса Христа? Они идут не просто с целью увидеть что-то. Тысячи людей путешествуют по этой земле, чтобы увидеть что-то, какие-то выдающиеся места. В Израиле, в городе Вифлеем, есть церковь Рождества Христова. В этой церкви есть пещера, и, как утверждают историки, именно в этом месте родился Иисус Христос. Эта пещера достаточно тесная, неуютная, и она разделена на 2 части. С одной части находятся ясли. Это не такие ясли, в которых лежал Иисус Христос когда-то. Они уже отделаны гранитным камнем, на них красивые вырезы, там надписи. И много людей идут, чтобы сфотографироваться возле этих ясел. А с другой стороны находится вот на таком, такого плана звезда, которая символизирует Вифлеемскую звезду, которая светила тогда. И каждый человек, который приходит туда, подходит и дотрагивается до этой звезды. А знаете почему? Знаете? Нет? Потому что есть поверье, что если дотронешься до этой звезды, то исполнится самое заветное твое желание. Знаете, я бы хотел поехать в Израиль и дотронуться, но только не до звезды, а в молитве дотронуться до Бога. Знаете, туда приезжают тысячи христиан со всего мира и, тихо обнявшись, шепотом молятся Богу, плача и прикасаясь в молитве к младенцу Иисусу. Они приходят к месту, где родился Христос. Они приезжают туда не просто посмотреть на этот великий храм, которому уже больше, чем 1500 лет. Они приходят поклониться. Понимаете, упасть на колени перед Иисусом Христом — это не прийти увидеть что-то, не прийти со своим списком и что-то начать просить у Бога. Это просто поклониться перед Иисусом. Это не прийти увидеть каких-то своих друзей в церкви или кто на какой машине приехал. Нет. Когда они поклонились, волхвы, у них не было длинного списка просьб. Они сумели перевести взгляд с себя на младенца, на этого маленького Иисуса Христа. Вот что значит настоящее поклонение. Ты забываешь про себя и смотришь на него. Тогда он был маленький, беспомощный ребенок. Сегодня он воскресший Христос, который сидит по правую руку от нашего Отца Бога. Вот что значит поклониться. Братья и сестры, это не просто прийти в церковь, чтобы посмотреть, какая здесь подготовленная программа или неподготовленная. Конечно, подготовленная программа, она всегда помогает нам ближе подойти к Богу, войти в Его присутствие. Мы должны понимать, что поклонение, оно происходит в нашем сердце. И мы должны приходить к Богу и радоваться, когда мы приближаемся к этому месту. Прийти в церковь не с целью, чтобы сказать: «Господи, я иду к Тебе, потому что мне что-то нужно». И знаете, меня утешает та мысль, что воскресший Иисус Христос, Он действительно выслушивает наши просьбы, Он отвечает на наши молитвы, посылает нам просимое, но поклониться – это значит забыть о себе, забыть о своих просьбах, забыть о том списке, который мы приготовили. Когда ты склоняешь колени, ты падаешь перед Богом, забывая о том, кто ты, чего ты достиг в этой жизни, забыв о себе, признав Его полный авторитет. Это означает выразить глубокое уважение и почитание Богу. Это полное погружение в Его присутствие. Вот это поклонение. Вот что характеризует друзей Иисуса Христа, настоящих друзей Христа. И, наконец, когда они нашли Мессию,
Они необычайно сильно радовались, упали ниц, поклонились царю, забыли о себе, забыв о своих просьбах. Мало того, они еще что-то принесли Иисусу. Золото, ладан и смирну, что символизировало их служение. Послушайте, они пришли не взять что-то для себя от Иисуса Христа. Вот так новость. Они пришли еще что-то отдать. Настоящих друзей Иисуса Христа характеризует тот факт, что они идут к Иисусу не только для того, чтобы что-то получить от Него, но и дать Ему что-то, что-то Ему принести. Служение жертвенное, посвященное характеризует настоящих друзей Иисуса Христа, настоящих поклонников Иисуса Христа. Они служат тем, чем богаты в Боге, тем, кем они есть и что у них есть. Они служат Богу. Но правда в том, что многие хотели бы жить для себя, но в рамках дозволенного Богом. Позвольте мне еще раз повторить эту фразу. Правда в том, что много тех, кто действительно думает, что они являются друзьями Иисуса Христа, которые являются поклонниками Иисуса Христа, все-таки хотели бы жить для себя. Мы хотим жить для себя, но в рамках дозволенного Бога. Мы не пьем, мы не курим, супружеская измена – нет, воровство – нет, нецензурные слова – вы что, Бога побойся? Ты что, нет, мы живем по Библии, вот так, как учит нас Библия. Но для кого мы живем? И тут, если честно, начинаешь понимать в очередной раз, что ты таки хочешь, чтобы... Я прошу прощения, что я сейчас скажу, Господи. Мы хотим, чтобы Бог выступал в роли доброго старика Хоттабыча. Мы приходим к нему, дернули волосок, раз и желание, когда у Бога хорошее настроение. Но правда в том, что настоящие друзья, они служат. Они служат Богу. Когда я думаю об этом, я вспоминаю, как апостол Павел убеждал людей в Ефесе в том, что Бог создал нас для добрых дел. Я хочу вам напомнить эту простую истину, что у Бога есть список добрых дел. И когда человек становится его другом, Господь ему говорит: вот есть задачи, которые мне нужно выполнить. Если ты мой друг, выполняй. И знаете, Господь не навязывает это. Это очень интересный момент. Он говорит: ты хочешь? Ты хочешь вместе со мной сделать вот это, вот это, вот это или вот это? И тут ты начинаешь понимать, что у Бога есть свой список на мою жизнь, а у меня есть мой список на Бога в моей жизни. И мы стоим с этими двумя списками и не знаем, что делать. Служить? Вы думаете, это обязательно ехать в Индию или в Африку к прокаженным? Нет. Служить? Это вы думаете, обязательно ехать, как вот эта молодая пара у нас была, в Непал поехали? Благослови их Господь. Нет, не обязательно. Кто был в церкви 2 недели назад, когда мы имели связь с Макеевкой, вы слышали, как они благодарили Бога за то, что был приобретен микроавтобус? В том месте, где идет война, где нет работы, еды, одежды, церковь позволила себе купить микроавтобус. Это чудо. В их глазах это чудо просто. Но если вы были внимательны, если вы внимательно слушали, то наверняка обратили внимание, кто за всем этим стоял. Ну кто стоял? Ну люди. Люди стояли. Мы с вами стояли. Мы собрали деньги. Мы им выслали. Стояли люди, которые продали этот микроавтобус в Германии по значительно низкой цене, чем он стоит. Нашлись люди, которые привезли его оттуда. Нашли люди, которые молились за это. И Господь использует всех людей. И мы называем это чудом, которое Господь делает в их жизни. И это так. Но на самом деле служить Богу – это иногда очень простые вещи. Иногда, может быть, просто нужно уступить место. Или просто подать стакан воды.
Вот с этого начинается наше служение. Знаете, мое личное первое служение в церкви было очень неожиданным для меня. Мне тогда было всего 15 лет. Я пришел в 10 класс, и так оказалось, что на то время в нашей церкви не нашлось руководителя молодежи, кто бы занимался с подростками. И вот пресвитер нашей церкви подошел ко мне и говорит: «Олег, ну ты хотя бы начни собирать молодежь, а мы кого-нибудь найдем». Для меня, для 15-летнего парня, начать собирать молодежь, я начал пытаться проводить какие-то общения, разборы, начал изучать Библию, но это было очень тяжело для меня. Я сам еще не знал Библию, и каждый раз, когда собиралась молодежь, я уходил с вот таким вот списком вопросов, на которые я не мог дать ответы. И я с этим списком шел к пресвитеру, к родителям, к другим взрослым людям, которые могли бы мне объяснить, чтобы я на следующий раз мог объяснить это другим людям. Вот так происходило мое первое служение. Правда в том, что настоящие друзья Иисуса Христа, они служат Ему. Они не лентяи, они не думают только о себе. Они понимают, что у них есть дары и таланты, которые засыхают и умирают, если их не использовать. Они понимают, что у Бога есть дела, которые предназначены, чтобы я их выполнял. Вот они, друзья Иисуса Христа. Узнали себя? Они искали Иисуса. Они были целеустремленны. Нет, они не лениво ожидали, но когда же Бог о себе заявит? Оказывается, что Бог настолько много уже о себе сказал, что изучая Слово Божье, изучая природу, которая у нас, мы приходим к выводу, что Бог таки есть. Они очень сильно радовались, когда шли на то место, где был Христос. Радостью великой возрадовались. Придя туда, они поклонились, забыв о себе, забыв о своем положении, забыв о своих достижениях, забыв о статусе, они просто поклонились Ему. И в конце концов они служили Ему. Вот как выглядят те, кого я называю друзьями Иисуса Христа. А теперь я бы хотел перейти ко второй категории людей, которую я назвал враги Иисуса Христа. Говорить про них много я не собираюсь. Самый известный из этой всей истории, в этой картине рождественской, это Ирод. Ирод. Когда вы слышите это имя, какие у вас возникают ассоциации? Плохие, правда? Литература России и Украины, она сумела озвучить это имя и передала вот такое настроение, когда говорят «ироды». Вот на кого называют «иродами»? Самых бессовестных, циничных и жестоких людей. Ироды. Это как стало ругательное слово буквально в русском языке. Но позвольте, когда я начал смотреть, что это за человек, я, сказать по правде, начал немножечко больше его уважать, чем раньше. Позвольте мне объяснить. Посмотрите, он стал губернатором в 25 лет. Был неимоверно целеустремленным человеком, очень умным, дальновидным политиком. Он был меценат и благодетель. Когда в 40-м году до Рождества Христова он начал править в этой местности, которая называлась Палестина, и в 25-м году был сильнейший голод, то представьте себе, что он сделал. Все свои личные запасы золота он вывез в Египет, обменял на хлеб, привез и кормил весь народ. Это тот Ирод, я не ошибся, это действительно он делал. А вы знали, что Ирод возглавлял Международный олимпийский комитет? Вы этого, наверное, не знали. А он вложил миллионы долларов в развитие ипподромов и стадионов в той местности. А вы знали, что великим его назвали журналисты того времени? Потому что они восхищались им как архитектором, как финансистом, как просветителем. Он был просто влюблен в греческую культуру и делал все возможное, чтобы эта культура проникала в Палестину. Это тот Ирод. Это тот великий Ирод. Но вот, пожалуйста, посмотрите на три момента, которые характеризуют врагов Иисуса Христа. Третий стих написано: «Услышав это,
Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Царь встревожился. В другом переводе сказано, что он испугался. Послушайте, что происходит с царем, с меценатом, с главой Олимпийского комитета, с человеком, который построил город Кесарию, это уникальный портовый город, с человеком, который реставрировал храм в Иерусалиме, перестроил Моссад, мощнейшую крепость, которой гордился каждый еврей. Что заставило этого человека потерять покой? Что заставило этого человека испугаться не на шутку? Обратите внимание, мысль, информация, весть о том, что появился кто-то, кто может претендовать на что? На его трон. Так вот оно что. Так вот оно что. Позвольте, у Ирода был трон. Я не знаю, как он выглядел, этот трон. Ну, не знаю. Никто раньше до этого не претендовал на этот его трон. И когда ничто не угрожало его трону, он был, ну, просто молодец. Он был добряк, он был таким хорошим человеком, что просто в пример его можно было ставить, но при условии, что никто не будет посягать на его трон. А знаете, что такое трон? Послушайте, трон – это место, с которого человек правит. Это место, с которого человек провозглашает, что правильно, а что неправильно. Это то место, где человек принимает решение. А теперь, пожалуйста, обратите внимание. У каждого из нас есть трон. То самое важное, спрятанное место, где мы в конце концов, может быть, даже самые бедные, несчастные серые овечки, которые не могут два слова на английском языке связать и выйти на улицу. Может быть, мы совсем мало с кем-то общаемся, но у нас есть маленький трончик, на котором мы сами принимаем какие-то решения. Я уже не говорю за целеустремленных, сильных, у которых целое тронище. Вот это то место, которое мы сами хотим определять, что правильно, а что нет. Что доброе, а что нет. На что тратить деньги, а на что не тратить деньги. Что смотреть, а что не смотреть. Кого слушать, а кого не слушать. За кого голосовать, а за кого ни в коем случае нельзя голосовать. Куда ходить, а куда не ходить. Что говорить, а чего не говорить. Вот это то место, которое я называю трон, которое определяет, кто я есть на самом деле. И обратите внимание, человек может быть благодетелем, может быть спортсменом, финансистом, великим человеком, но если кто-то постигает на его трон, то он боится этого. Ирод испугался. Узнаете себя, нет? Не узнаете? А я себя узнал. Знаете, прошло уже несколько лет, как я принял крещение. И когда я понял, что христианство – это не просто доползти до дверей Царства Божьего, это не просто жить для себя в рамках дозволенного Богом, а таки жить для Бога. И вот освободить это место для Бога, сказать: «Господи, я буду делать все, что Ты мне скажешь». Все, что Ты мне скажешь, я не был готов. На то время я еще не был женат, и я дружил с одной девочкой, и у меня были серьезные намерения. Она пришла в церковь, она начала ходить, она приняла крещение, начала петь в хоре, но мне Бог говорил «нет» много раз. Но я считал, что я должен принимать решение. И знаете, это было тяжело отпустить. А вдруг Бог тебе навяжет какую-то другую, которую ты не будешь любить? А что если Бог вот просто ворвется в твою жизнь и просто разрушит твою жизнь? Любящий Бог своей рукой разрушит твою жизнь. И было очень тяжело оторваться от этого трона, который у меня был. Мне было страшно. Мне было страшно, что Господь заставит меня поехать где-то в Сибирь миссионером, там, где нет газа, там, где нет воды, туалет, сами догадайтесь, где. Было страшно.
вот так вот полностью свою жизнь отдать Богу, чтобы Он занял это место. Когда человек не хочет расставаться с этим троном, когда есть сферы в жизни, где он явно не слушает Бога, то он начинает делать то, что делал Ирод. Он начал хитрить. Он начал расспрашивать у волхвов, ну где же он? Ну вы пойдите, разведайте, узнайте, я тоже хочу пойти поклониться ему. У него уже был план. Он начал хитрить. Он начал играть с Богом в шахматы. Он начал продумывать шаги наперед. Как же все-таки оставить этот трон у себя и буквально убить Бога? Он буквально хотел убить Бога. Он дал указ, чтобы всех младенцев истребили. Он думал, что приход этого царя уничтожит его жизнь в щепки, превратит в руины то, что он так долго строил и к чему так стремился. Вспомните себя. Когда в жизни появляется какой-то грех, когда вы начинаете делать что-то, что Богу явно неприятно, а вам так тяжело это отпустить. У вас может быть маленький трончик или большое тронище, но все равно вы еще получаете удовольствие от того, что вы находитесь на этом троне. И отпустить это, оказывается, это страшно. И тогда начинаешь оправдывать себя. Тогда начинаешь не себя под Библию подстраивать, а Библию под себя подстраивать. А тогда ты в Библии найдешь много оправданий тому, что ты делаешь. Ты просто берешь ножницы и начинаешь вырезать те кусочки, которые тебе не нравятся. Просто не обращаешь внимания, как будто бы их там нет, с одной единственной целью – оправдать себя. Оправдать свой грех, свое эго, свою жестокость, свой цинизм, свою любовь к деньгам. Ирод хитрил. И третье, и последнее про Ирода. Этот меценат, благодетель, тот, кого журналисты называли великим, финансист, полководец, политик, архитектор. Я просто не перестаю удивляться тем постройкам, которые существуют до сих пор, которые он строил. В один момент этот человек превращался в животное, в зверя, в очень жестокого человека. Ирод дал указ, и убили двух первосвященников. Он думал, что они начали заговор против него. Ирод дал указ, и убили его жену Марианну, а потом убили его двоих сыновей, Александра и Аристобула. И перед самой смертью Ирод, который до последнего момента, жадно глотая воздух, держался за свой трон и дал приказание убить своего старшего сына, первенца Антипатра. Именно про Ирода кесарь Август сказал, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. А это не жестоко? Скажите мне, бросить жену с детьми, влюбившись в другую. Это не жестоко? Скажите мне, мужчины, когда вот так вот внезапно, возможно, жена уже не так свеже выглядит, как раньше. Может быть, она не такая привлекательная, как была раньше. Да и в конце концов, всегда найдется моложе, симпатичнее и привлекательнее, чем она. И вот просто отдастся пристрастию. Просто потому, что, извините, разлюбил. Ну и что, что есть нажитые дети? Ну и что, что на самом деле дети должны смотреть на своих родителей, как на героев? Есть я, есть мое пристрастие, есть что-то или кто-то, я готов сказать после 15-20 лет совместной супружеской жизни «до свидания». Это разве не жестоко? Я недавно разговаривал с мужчиной, который со слезами на глазах рассказывал, что именно так поступила его жена. Она нашла другого мужчину. Не он, а она. Вот так тоже бывает. Нашла более внимательного, чем он, более привлекательного, чем он, более крепкого, чем он, зарабатывает больше, чем он. Ну и что, что есть общие дети? Ну и что? Разве это не жестоко, когда муж поднимает руку на жену? Это не жестоко, когда жена не уважает своего мужа и просто с болотом его перемешивает словесно?
когда его тряпкой называют, извините, разве это не жестоко? Разве это не жестоко, когда мы можем уши закрывать, когда кто-то нас просит о помощи, когда нас просят о милосердии, проявляет цинизм, лицемерство. И не дай Бог, если на нашу просьбу кто-то не ответит, еще долго помнить будем. Это не жестоко? Список можно продолжать, дорогие братья и сестры. Но это картина Рождества. Вот она. Настолько контрастная. Потому что Христос, придя на эту землю, Он разделил человечество на две части. На друзей и на врагов. На тех, кто таки хочет Ему поклоняться, и на тех, кто будут продолжать держаться за свой трон. Мы будем сейчас молиться. Я не совсем, может быть, опытный экскурсовод, как я вам уже говорил. Я просто пытался помочь вам увидеть эту картину Рождества, как ее нарисовал евангелист Матфей. Я хотел, чтобы каждый из нас взглянул на эту картину и попробовал узнать себя. На каком месте мы находимся? Христос пришел, чтобы людей изменить. И правда в том, что Ирод имел шанс. И Ирод имел шанс понять, что не вечно он будет править этим троном, что, возможно, Христос и не хочет у него отобрать этот трон. Нет, если бы Ирод позволил войти Иисусу Христу в его сердце, то он умер бы по-другому. И он был бы великим не в глазах журналистов, а в глазах Бога. Послушайте, каждый человек имеет шанс, дарованный Богом. Тот, кто сегодня пришел, точно имеет шанс присоединиться либо к друзьям, либо оставаться врагом Иисуса Христа. Друзья – это не те, которые... Это те, которые ищут, кто радуется, когда идут к Нему навстречу. Или быть в числе врагов, которые неимоверно злятся, когда Бог хочет коснуться чего-то того дорогого, которое мы не можем отпустить, которые способны хитрить, которые способны на жестокость по отношению к другим людям. Самый святой и чудесный момент, который называет Библия, это момент покаяния. Это момент уверования. Знаете, что это означает? Знаете, что означает покаяться? Нет, это не означает взять себя в руки, нет. Это не означает своими силами бросить пить, курить, изменять или еще что-то делать. Нет, это не в наших силах. Это не означает, что с этого момента, Боже, я обещаю тебе, что я буду жить так, как ты написал в своем слове. Нет, это не в наших силах. Буквально покаяться, это означает освободить свой трон. И позволить царствовать Господу в сердце. И тем самым изменить нашу жизнь и жизнь окружающих нас людей. Аминь. Будем молиться. Дорогой Господь, в этот день мы склоняемся перед Тобой. И мы благодарны за то, что Ты оставил чудесное повествование через евангелиста Матфея, чтобы мы могли посмотреть на эту картину и увидеть свою жизнь, увидеть себя. Я прошу, Господь, Ты помоги нам быть Твоими друзьями. Помоги всегда служить Тебе. Помоги всегда радоваться, когда мы идем навстречу с Тобой. Мы хотим, Господь, искать Тебя. Слава Тебе за все, великий Господь. Пускай будет прославлено Твое святое имя. Молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Наше служение подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить, что всегда есть возможность помолиться, покаяться, попросить прощения у Господа. Вы можете сделать это или выйдя сюда, или подойти к одному из служителей и поговорить, побеседовать и помолиться, может быть, где-то в частной комнате, если вам таким образом это лучше сделать. Наше служение закончилось. Я попрошу всю церковь встать. Мы помолимся в заключении нашего служения. Я еще раз хочу напомнить, что мы с вами встречаемся в следующий раз уже в новом году, 1 января. Мы встречаемся в 5 часов дня, а певцы, музыканты встречаются в 4 часа.
для того, чтобы подготовиться. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты был сегодня с нами. Благодарим Тебя за это богослужение. Мы благодарим Тебя за слово, которым Ты обращался к нам. Господи, в этом слове было и ободрение, и обличение. Господи, Ты заставляешь нас задумываться над тем и проверять свою жизнь в свете Писания для того, чтобы, Господи, мы становились людьми, угодными Тебе, людьми, которые соответствуют такому великому, такому великолепному Богу, Господи, и мы хотим изменяться. Ты видишь желание наших сердец, помоги, Господи, помоги нам последовать этому пути следования за Тобой, пути оставления и отвержения себя. Господь, Ты хочешь этого. Благослови, Господь, нас. В этом благослови Церковь Твою, когда мы пойдем по домам нашим. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. С миром Божьим, напоминаю, сокровищница на выходе.